Наши земляки, как известно, уже больше года находятся в зоне проведения специальной военной операции. И мы, если вы заметили, стараемся рассказывать вам не о боевых действиях, а о наших людях на фронте, которые делятся своими мыслями, переживаниями, которые не сомневаются в правоте своего дела. Слушая их, я в который раз убеждаюсь в том, что есть в нашей стране много убежденных людей, которые сознательно пошли в зону боевых действий из идейных соображений. Отдельно сделаю акцент, еще сказывается советское воспитание. Сколько поколений мы потеряли и почему мы вырастили молодых людей, для которых Родина – это пустой звук, которые готовы продать ее за 30 серебряников западного мира, предмет отдельного рассмотрения. Из зоны боевых действий вернулись наши мужественные коллеги, корреспондент Зуфар Давлетшин и оператор Андрей Ключников. Наша история про людей. История про татарстанцев, которые покинули свою малую родину, чтобы защитить нашу одну большую родину – Россию. Не только ради людей, которые живут на этой земле, но и ради тех, кто остался ждать их дома. Я считаю, свой долг – служить родине. Повестку получил, унесли домой. Как бы ждал уж ее. Жена не ждала. Съездил в военкомат, забрал повестку. Здесь оказался. Чтобы как-то не было стыдно, что ли, перед детьми, сыновьями. Я пришел в военкомат и выпросил свою повестку. С третьего или четвертого раза захотели брать меня. То есть я же знал, куда шел, когда. Профессиональные кадровые военные, добровольцы и мобилизованные. Неважно, каким путем они здесь оказались. И те, кто по приказу, и те, кто по внутреннему зову понимают, для чего они здесь, что от них зависит будущее уже не только своей страны. А другие здесь просто не нужны. Немало было мужчин и пацанов, да, которые решили как-то слинять от мобилизации, уехать из страны, там еще что-то, как-то, другие города и так далее. Вот что бы вы сказали этим ребятам, во-первых? Я с ними не хочу разговаривать, им ничего говорить не хочу. Сейчас вот это, что мобилизация, вот это все произошло, с одной стороны, я рад. Почему? Потому что многие свои открыли лица настоящие, сняли маски, убежали, спрятались, вот, показали свое. А многие ребята не побоялись, пришли, служат, показывают себя только с положительной стороны. Нареканий, замечаний со стороны командования у нас нет. Коллектив очень дружный. Ну, как вся наша республика, многонационально, многоконфессионально. Это все их на их совести останется. Кто ушел, кто убежал. Таким людям здесь места нет. То есть, если они морально уже сами трухнули, то здесь они особо такой пользы не приносили бы. Это может даже к лучшему, то, что они не пришли сюда. Здесь же народом. Куда выбегать-то? Здесь же поговорка. Где родился, там и пригодился. Поэтому за нее и стоим. Возможно, стоит напомнить, что до того, как попасть на территорию проведения специальной военной операции, будущие бойцы проходили специальную подготовку на территории полигона Казанского танкового училища, например. Кто-то проходил ее или продолжал на других полигонах страны. Те, кто не держал оружие в руках лет по 10 или 30 после срочной службы, все быстро вспоминали. Учились, как правильно, группами отрабатывать военные действия. Запомнилось, пригодилось еще вот. Тактические занятия, как правильно прикрывать товарища, как правильно стрелять. Вспомнил, чему учился в армии по срочке, по контракту? Все вспомнилось, как бы не особо-то забылось, но все равно подкорректировалось. Навыки улучшились в стрельбе, подготовке. И уже здесь, даже когда относительно тихо и спокойно, учения ежедневные. Готовым надо быть ко всему и всегда. У нас отличные командиры, которые на своем примере показывают, как необходимо стойко и самоотверженно бороться и двигаться вперед. Постоянно у нас есть определенные занятия, тактические, и в теории проходим, и в практике проходим. Приходит пополнение, мы как более опытные военнослужащие передаем им свой опыт. Поэтому на месте мы не стоим.
Каждый, пришел ли он сюда добровольно, по приказу или по повестке, признается, что в самом начале больше всего пугала неизвестность. Страх – это естественно. Если человек адекватен и он здоровый человек, страх должен быть. Без страха никак. Надо просто перебороть именно во время выполнения боевых задач. Уже как практика показывает, то, что все проходит. Что самое сложное было из этого всего, за эти последние, 5 месяцев получается? Обжиться. Скажем так, это же все обустраивается, это непривычно было после гражданки, это все непривычно просто и тяжело. Но, слава богу, это все мы пережили, и вроде живем в достатке, все есть. Работаем. Тут ведь помимо службы еще есть хозяйственная работа. То есть все это делаем вместе, сообща. А труд, как говорится, он помогает и облагораживает. Здесь и те, кто недавно отметил 20-летие и не проходил срочную службу, и те, кому за 50. У кого-то за плечами не одна горячая точка, и не только в России. И руководители предприятий, и депутаты, бизнесмены, рабочие, и учителя. Здесь они все равны и все заодно. Со всеми интересно, никогда не скучно, да? Вот. Ну и задачи не дают повода как-то на какие-то разногласия. Мы все-таки тут одно дело делаем, что ссориться-то перед лицом врага, правильно? Все дружные, как семья, одна большая семья в свободное время. Почитать книжку можно. Морально-психологическое состояние бойцов хорошее. Люди понимают, куда приехали и какие задачи им предстоит выполнять. Поэтому уровень ответственности, конечно, у людей значительно повысился. Все делаем одно дело, все взаимопонимание, шутки где-то там. Где-то поддержат, серьезно помогут, где-то пошутим. В принципе, с коллективом проблем нет. Обращаюсь к ребятам с Татарстана, то есть у нас все мужики нормальные, то есть работаем, отрабатываем, все нормально, все хорошо, живем, крыша над головой имеется, никто не жалуется. Если есть желание, допустим, к нам приехать, пожалуйста, мы вас встретим, объясним, морально поддержим. Ребят, не сидите в стороне. Это наша родина, это наша земля, это наши люди. Мы им обязаны помочь. Мы своих в беде не бросаем. Так что возьмите за голову, приезжайте. Как потом смотреть в глаза дедам, бабушкам, которые прошли войну? Это нечисть, она здесь. Ее нужно уничтожать. Зуфар Давлетшин, Андрей Ключников, Эмиль Бегов. 7 дней из зоны специальной военной операции.